Всем здравствуйте, надеюсь, запись пошла. Всем спасибо большое, кто мне донатит на здоровье. Кто в курсе моей ситуации, тот в курсе моей ситуации. Безвыходной на самом-то деле ситуации. Потому что здоровье в наши дни, да, это такое дело. Канал потихонечку расширяется. Канал этот не посвящен колдовству, не посвящен такой никакой ни магии, в общем, не посвящен никакой-то эзотерике. Это канал вообще был изначально для музыки моей. Ну, музыки, творчества там и так далее и тому подобное. Его я начинал, наверное, когда мне было лет 20. Гадание. Мне сказали, ну, запили гадание, вот я начал гадать. Когда это у нас пошло все с Лукашенко. Добрые и недобрые люди на работе сказали мне, что вот так. Да, теперь потихонечку приходит копеечка. Да, какая-то копеечка ко мне приходит ввиду того, что я пострадал. Вот. Спасибо всем большое. Что мы сейчас с вами просмотрим? Давайте просмотрим фронт. Фронт, получается, и Курскую область. Чего там у нас? Курская область, фронт. Вот все в этом духе. Как эта ситуация будет развиваться? Так. Погодите. Еще разок. Карты должны лечь в руку ровно. Вот теперь нормально. Мы рассматриваем с вами большой период СВО. Попытаюсь сейчас хотя бы представить общую картину того, что у нас есть. Ну вот смотрите, показан либо иностранный человек, то есть иностранцы в этом заинтересованы, в том, чтобы СВО продолжалось. Да? Ну СВО, там войнушка, у кого как. Иностранцы заинтересованы, либо карта означает 4. Ну плюсом прибавляйте 4. Вот сейчас у нас 9, то есть ну, 9 месяц, получается это у нас январь-февраль. Вот ключевая какая-то дата, январь-февраль. Или это четвертый месяц. Четвертый месяц это у нас январь, февраль, март, апрель. Это у нас апрель. Вот, сами думайте. То есть это у нас получается январь-апрель. Определяющие. Ну вот опять карта почему-то либо иностранца. Либо иностранца, либо маленькая какая-то картишка. Говорящая о том, что... Либо иностранцы заинтересованы в этом конфликте, в продолжении конфликта. Либо иностранцы не хотят, чтобы конфликт прекращался. Прекращался на каких-то, я не знаю, может, плохих условиях, еще чему-то, чем-то таким острым. Что вызовет резонанс в мире? В общем, вот так. Встреча, оказание помощи. Нет, ребята, в топку будут дрова подбрасывать, пока я не вижу, чтобы конфликт закончился. Нет. Оказывать помощь будут как России, так и Украине. Насчет России здесь бабушка надвое сказала, потому что если ситуация будет действительно очень сильно накалена, союзники могут от России отвернуться. Давайте поглядим далее. Печаль, огорчение в работе. Встреча с товарищами. Торможение на фронте. Зима. Вот зима, торможение на фронте. Пока ничего здесь такого нет. Отмена чего-то. Зима. Либо конец зимы, либо это у нас уже весна. Отказываются, кто-то отказывается, пустые слухи. Отказ от чего-то. Самый интересный период сейчас разберем.
Обман надежд, приобретение ненужного товара. Вот здесь будет момент, я так понимаю, подписание. Документ выпадает. Конец зимы, начало весны. Подписание документа, но документ не подписывается. Не подписывается документ. Разочарование у нас идет. Так. Разочарование. Тут остановиться невозможно. И вот здесь эта остановка, она не остановка, точнее, не остановка, она чревата последствиями своими. Вот семейные проблемы. Внутри либо России, либо Украины начинаются проблемы. Это получается у нас уже весна. Вот тут начинаются проблемы уже в стране. Весной начинаются проблемы. Документ не подписывается. Застревание на фронте. Застрял фронт. Ни туда, ни сюда. Это у нас зима. Зима, ничего тут такого нет. Я пока не вижу. Карта, конечно, плохая идет. Карта идет плохая. Плохая карта. Слежка. Внутри либо России, либо Украины начинаются уже здесь пентурбации. Плохие события в стране происходят в одной из стран. СВО, либо либо как это называется, войнушка, да? Она у нас как-то очень сильно тормозит. Очень сильно тормозит. Здесь нужна живая сила. Живая сила будет подброшена к концу осени. Где-то тогда она будет подброшена со стороны России. Со стороны Украины. Чего у нас? Со стороны Украины. Со стороны Украины. Опять же, иностранцы, или что-то у нас такое материальное. Иностранцы, либо материальное. Скорое путешествие, общение в поездке. Путешествие, общение в поездке, ладно. Что у нас еще тут идет? Получение ответа на волнующий вопрос. Ответ на вопрос будет получен. Кто-то ездит, ответ будет получен. Это основное. Основное идет на осень. Ответ будет получен Украиной. Ответ на какой-то очень важный вопрос. Любовная тоска, замирание фронта. Ничего не происходит на фронте. Оформление документов для поездки. Документы оформляются. Документы могут быть оформлены на что-то. Покупка в дом, подарок, передача чего-то будет. С документами передают что-то. Осень, середина, конец осени, больше середина идет. Что-то передают Украине. Торжество, праздник, медийное освещение чего-то. Вот медийно там Украина что-то освещает. Событие плохое освещает, но почему-то освещает, радуется чему-то. Медиа чему-то радуется. Событие плохое. Как так? А вот так. Плохая новость, сплетни. Новость, сплетни, проблема из-за женщины. Передача чего-то, вижу передачу чего-то, чего я не вижу, какого-то громоздкого подарка. С документами. То, что требует документы. Документы для провоза через границу, чего-то такого, документы. Медийное освещение, вот чего-то идет такого плохого. Плохого идет, новости плохие, но почему-то Украина радуется. Вот так могу сказать. Это у нас осень. СВО, сторона России. Все и же с ней. Россия и же с ней. Период задаю не я, период задают карты. Как они скажут, так я и передам вам.
Россия. Россия, сторона России. Опа, как карта-то вылетела. Карта дама. Дама получается у нас либо тройка, либо что-то полтора. Полтора, либо три. Такое, такие себе карты, такое себе. Карты намекают на полгода. До наступления жары. Период какой-то не очень хороший. Туз, дама и валет. Дама, валет, если соединяться, это будет у нас... Тут еще и страна наша выпадает. Государство. Либо государство вот виновато, либо что-то с государством будет такое, не очень хорошее. Но полгода карты дают. Карты, скорее всего, говорят о завершении. Здесь нужно завершить, скорее всего, опять же, СВО. Потому что здесь грозят пальчиком, потому что последствия могут быть самые печальные. Измена, любовница. Измена, ну давайте, измена, это, возможно, кто-то отвернется, либо кто-то перестанет выполнять приказы. Карты дают полгода. До наступления тепла. Давайте так, вот тут период очень больной. Больной довольно-таки период. Карты полгода дают. Ну, не я даю, карты дают полгода. Относительно этого момента полгода дают. Что это у нас? Ну, получается весна, да. Мастер своего дела. Мастер. Крупные деньги. Здорово. Здорово. Вот с человеком каким-то мы познакомимся. Человек, король червы у нас. Сделает подарок, даст совет. Совет от кого-то будет. С человеком будет женщина, она даст совет. Человек вот этот вот довольно-таки значимый. Пока ничего плохого не вижу, но карты предупреждают. Период плохой будет. Сейчас более-менее нормально. То есть сейчас Россия владеет ситуацией, я ничего не говорю. И в стране владеет ситуацией. То есть она говорит, ну карты говорят, что да, то есть нормально все. А путь встретить человека в пути. Ложный друг, обманщик. Если это бунт, значит это бунт. Если это не бунт, значит это какой-то человек отвернется. Иностранец. Русская речь у него плохая. Это в будущем. Будет играть против России. Что-то в этом духе, но с него все начнется. Вот когда этот свист пролетит, это недолго осталось, карты намекают на полгода. Они сейчас говорят, пока все хорошо. Человек какой-то, может, он куда-то будет стремиться уехать, ездить куда-то человек. Это, я так понимаю, это переговорщик. Карты говорят, нужно заканчивать. Иначе будет измена уже непосредственно в самой стране. Изменение, либо измена. То есть это возможен переворот. Бунты навряд ли, но вот военных именно, вот что-то такое есть. Военных в структурах, вот не в гражданских, а вот именно в военных. Может надоест, может что-то, не знаю, что-то там поломается. Но тут поломка идет государственного аппарата. И дела будут как-то вот в стране не очень идти. Ну, как-то... Измена, по сути, это когда люди свои идеалы меняют, либо просто игнорируют то, что им там, как это сказать-то, верность, преданность. Вот это все начинает сбрасываться в топку. Вот что-то в этом духе. Вот так у меня проходит. Ничего значимого на фронте толком я не увидел, честно признаюсь. Смысла муссировать это нету.
ситуацию. Ну, вот как у меня проигрывают карты, так и проигрывают. То есть нам дается полгода где-то на завершение конфликта. То есть по истечению полугода, ну, там уже будут происходить деградация, будет происходить в самой стране. Как это будет выражено, мы поймем. Мы сами должны понять, как это будет выражено. Деградация начнется в самой стране. По естественным причинам, карты говорят, по естественным каким-то причинам начнет деградировать, ломаться. Вот само государство, может, устройство начнет ломаться, там что-то в этом духе. Отвернуться может, кто-нибудь от нас отвернется. То есть, ну, карты говорят, что завершать надо. Третий год, он уже никому не нужен. Еще раз говорю, третий год, вот завершение третий год, он уже, по сути-то, никому не нужен. Единственное, что если это прекратить, очень быстро затормозить, могут возникнуть, опять же, здесь, блин, как ни крути, завершая ее, не завершая ее, все равно идут не очень хорошие ситуации. Опять те же самые карты, дама и семерка. Дама и семерка. Ну, прям плохих карт нету. Пока. Тут туз идет. Пока прям плохих карт нету. Дама, любящая жена, получается, там любовница. Семерочка это у нас что-то такое естественное, там покушать, поспать и так далее, тому подобное, материальные разговоры, девятка работы, может старт чего-то, дама опять же женщина, либо дама и дама указывают на три, что-то три, либо полтора, шестерка, любовная дорога, объединение, и туз это конец. Больной какой-то конец. По сути, тормозить надо. Но такое ощущение, что здесь как-то это уже само по себе вот оно идет и идет по накатанной. И конца и края этому нет. И возможно кто-то, еще раз говорю, кто-то запустит процесс остановки. Торможение вручную. Или она произойдет сама по себе. Ну вот как она произойдет, тут уже остается гадать. Потому что при Николае II, вот я еще раз говорю, оно случилось как-то само по себе. Все надоело разом. До такого состояния довести, ну, пока нет. Пока нет. Но по истечению полугода вполне возможно. Подписание договора я не вижу. Нет, что-то у нас здесь как-то со стране должно поменяться. Чтобы закончилось СВО, здесь, я так понимаю. Да. Знаете, тут как бы карты намекают на одно. Менять королей нужно. Если королей не менять... Короля, если не менять. Не меняется король. Значит, короля только... Сами понимаете. Здесь плюсом страна еще наша. Идет страна. Страна зажата. Как зажаты яйца между двумя камнями. Ни туда и ни сюда. Либо конец одного... Либо конец как-то вот на страну ложится. Тут или переучреждение будет полное, но вот как-то вот, как бы так сказать, в том составе, вот которой Россия была, мы ее не увидим. Она какая-то новая будет. Но через боль. Либо боль одного, либо боль другой. Либо боль одного... В общем, вот так карты говорят. Больше я ничего тут не могу сказать. Но оно будет продолжаться. Давайте так скажу. Оно будет продолжаться до бесконечности. Я не вижу конца. Здесь конец придет. Либо с... Вот, король. С королем придет конец. Либо со страной придет конец.
Думайте, как хотите. То есть конец одного должен быть. Тогда все завершится. Не иначе. Тут иначе никак. Никак. Просто никак. Оно так и будет продолжаться. Те, кто говорят, что там заморозить, завершить. Я просто вам посмеюсь. Я даже говорить тут ничего не буду. Вот так передают карты. Это уже как будто какая-то идеология, что ли. Да, это идеология. Риторика будет, риторика пока риторика, долго еще ждать, но там конец будет чему-то абсолютный. Абсолютно чему-то конец приходит, но это не сразу. Это как я и сказал, то есть это вот где-то с теплом оно начнется. Все, больше мне нечего говорить. События, с которыми они начнутся, вот эти вот все концы, который два конца я описал, да, либо конец короля, либо конец государства. Либо король складывает там, я не знаю, голову, полномочия, либо государство. Либо государство перестает существовать в том виде, в котором оно есть. Ну, если государство, значит государство. Ну, нам-то не выбирать, мы с вами простые люди. В общем, вот так у меня получается. Знаете, здесь полмира не завоевать, здесь даже Украину-то не это. Не освободить полностью. В общем, как-то все оно зависает. Подвисшее состояние и никому не нужное. Кроме определенного круга людей, которые уже остановиться не могут. Вот так у меня оно проходит. Спасибо, что смотрели. Это было там гадание про СВО, новости с фронта и так далее и тому подобное. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.